Есть такой еще момент, когда ты ставишь тросики новые, они запаяны там, но они очень длинные получаются, и нужно обрезать. Когда обрезаешь, то здесь на конце может распушаться, так сказать, тросик. Можно обрезать вот такими. Кстати, еще момент такой. Вот я себе вот такие купил, обрезать. Вот, тросик сюда ставится, вот. Сейчас. Вот так вот. И обрезается. Но чтобы не распушалось, есть такие штучки. Сейчас покажу, где-то тут у меня. Вот такие штучки вставляются на конце, когда уже обрежешь. Они продаются в веломагазинах. А, вот так она вставляется. То есть вот эта штучка сюда. Вот. И можно вот такими простыми плоскогубцами. Или просто берешь и обжимаешь вот так, чтобы тросик не распушался. Если он распушается, это потом проблема с ним вытащить, проблема с ним, может уколоть ногу, там разные, короче, проблемы. И, ну, это приводит к плохой эксплуатации.